Делать. Ладно, хорошая была маленькая. А, ну вот мы сейчас из леса выйдем. Нет, мы ее объедем. Мы на нее не поедем. Мы объедем ее через лес. Ну, нет, мы вот сейчас здесь уже будем поворачивать. Да, здесь просто люди как бы. А ночью проникают, и все. Там будет смотреть браслет. Надо просто зайти и посмотреть, что из себя браслет будет представлять. Ну, стандартно. Продавать. Чувак, что там. Но они разных цветов еще. Разных цветов, это для тебя от липости зависит. Может быть, какой-то проплачен уже куда-то, уже есть вход? Вон бар, типа. Так, я думаю, что вот это наша дорога. Нет, мы по другой поедем, не как в тот раз. Туда. Нет, мы пока катаемся еще. Хочешь вернуться? Время. Блин, Вань, мне так понравилось, сюда мы строили прям. Блин, что? Ну там 3500. Не, мы сейчас пройдем чуть-чуть, и там нормальная грунтовка. Там такие классные вот эти картины, вот эти. То есть вас нашли, которые на здравствуйте сидел, да? Не, ну они сказали, мы вас поймаем и выставим. Зачем я здесь? Они только начали, то есть вот они у них 12 часов все начало, а сейчас 3. Такое сейчас там откроют. Ну конечно, за такие деньги, видишь, какая движуха. Если там, допустим, 1000 человек, да? Ну 1000 там есть 100%. Вот, с каждого пошли не 350 тысяч. Это уже 3,5 миллиона. Ладно. Да, да. Нет, ну они кому-то денег дали. И все, какая оплачивается. Так, ну что, можно ехать? Я тоже, блин, пожила. Надо просто спонсора сразу искать. Мне кажется, они там не спят. Круглосуточно не спят. И закапывать в лесу. Они все, вон мы сейчас ехали по берегу, они вообще все никакие. Мы по дороге-то когда ехали, они уже вообще никакие. Часть часа три, наверное, все будет там нормально, мы спокойно заходим. Не, ну ты знаешь, на самом деле, если организация серьезная, то сами организаторы могут их патрулировать. Они же за деньги работают. Видишь, девка взяла, просто увидела, докопалась, то есть была с наметом. Она обратила внимание, то, что мы на велосипедах. Мы на велосипедах были. Прямо, прямо. Так, песочек. Да, там с рядами. Как же ты вязнешь, что ли? На двух подвесе.
Да. Все время. Все время. Ну как, с берега пошли. Ну, то есть, точнее. Да. Блин, лес. Ну да, все поехали заниматься спортом, увидели разврат, голых женщин и все остальное, и решили туда свернуть. Так, перестраивайтесь. Под танки эти ямы. Учебный полигон. Ребята отстали. Сейчас мы хрен знает где. В лесу. Где? А, ну вообще змеи есть, да. Мы тут недавно на Каве, в камнях. Змея поймала лягушку и жрала ее. Причем змея маленькая, лягушка большая. Сейчас нам туда, Алён. Налево? Налево, да. Вот он. Домик, КППшка. Где? О, вон, в кустах. Ой. Вот еще КППшечка, видишь, стоит? Да. Заброшенные вот эти военные. Вон, 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 вон она башня. Что, есть желание залезть? Самолеты. А? Вон она. Полигон, вон, вот здесь, да, вот здесь. Мы что, полезем туда? Можем до нее дойти? Да, конечно. Опа! Я знаю, откуда. Змеёва. Сейчас он тебя сбросит. Ну что, пойдемте? Алло! Алло! Вот здесь, сюда. Где-то мы должны быть. Вот там асфальтированный плат должен быть. Здесь всё рядом. Мы сейчас со спутника можем посмотреть. Да, сейчас облезем, позырим. Собственно, мы ради этого сюда приехали. Мне надо все-таки сделать какой-нибудь головной убор. У тебя нету никакой майки? Ну, есть футболка, я запасная. Вот, накинь ее. Через это, она через шею. Белая. Ну, давай, обязательно. Я люблю сталкерить вот таким заброшенным дверью. Сейчас залезем туда. Вон там дальше дорога, можно проехать. Слышь, слышу. Вон там заезд. Какие вот эти, которые по пути встретились, ко мне обратились? Что хотели? Где там фестиваль? Так они... Заблудились, что ли? Потому что они же с браслетами. Что, не будем сюда? Вот заезд, вон дорога. Нам, скорее всего, по этой дороге надо будет сейчас ехать. В смысле, Володь, к нам? Да. Нам ничего не мешает. Ой, блин. Так, все? Мы сейчас, Алён, поставим планшет. Давай посмотрим. Да, я нашел. Да, только с планшетом на стене. Вот сейчас зайдем туда внутрь. А? Сейчас внутрь зайдем. Здание. Включим планшет и посмотрим, где мы находимся. Ага. Блять, у меня, сука, сустав, нога под это.
А что ты говоришь, он говёный? Это потому что колёса такие у них? Или что? Или то, что он сам маленький просто тебе? Что? Он тебе, ты, он детский. У тебя? Да. И он просто, я думаю, что тебе маловат. Детский, да, он? Да. Жизнь, я настолько профессионал в этом деле, что, в принципе, по барабану. Чё, давай ещё зайдём сюда в тенёк и посмотрим, где. Порядок применения хороший. Да. Тут все уже разграбили, все, что можно. Ну, даже провода вырезали из изоляции. Здесь? Да, вон эти провода лежат, изоляция лежит, а проводов уже нет. В смысле, ее уже назначили? Слушай, а там, наверное, лестница есть на второй этаж же. Наверное. Там второй этаж прикольный. Автомат такой, тем более. Прекрасная атмосфера. Так, блин, мухи. Да. Ох, лестница. От лестницы надо. Фу. Что, все уже... Прикикать начинает, да? Оп. Залезть-то не такая проблема, наверное, как слезть. Ну так туда, фига себе. Залезть-то, как говорится, вверх. Если лезешь, то лезешь. А вот слезть будет больше проблем. Да, слезть будет вообще реально. Ну, прыгать. Ну, прыгать так, что можно ногу сломать, он дубак это возьмет. Свесился просто. Да. На что? На гвоздь какой-нибудь? Вон труба. Блин, печально. Здесь торчит. Блин, печальная 500 кто залез, наверное. Мне кажется, может, туалет, наверное. Это погоди. Ваня в инстаграмчик фотки постит. Нет, я совершенно не понимаю, где мы. Почему? Тут нет на карте? Нет, тут слишком много зданий, похоже. Да? Ну, тогда я не знаю, что тебе сказать. Так, что там, раз велик на месте? Да вот здесь привязание, по-другому. Дальше приходит. А там потом... Просто посмотрите, где мы относительно Некрасова и этого полигона находимся. В смысле? Вот, я тебе могу показать. Скажи. Хорошо, вопрос, пошли. Пойдем, пойдем. Я тоже так и здесь. А. Вот это здание заброшено давно. Вы бы кто-нибудь за великами следил, а то тут сейчас вокруг много людей. Как бы велики могут спить. Я ничего не знаю. Иван. Как ты слезать будешь? Второе дело. Мы поехали по этой дороге. Вот у нас серый. Вот затон. Да. Вот мы поехали по этой дороге. И вот по какой-то из этих трех мы повернули. Да. Скорее всего, по этой мы ехали. Выехали вот сюда, на развилку. И здесь вот, скорее всего, мы вот здесь сейчас. Но может быть... Вот это здание мы не видели. Вот это не оно, да? Или я буду это вернуть? Я не знаю, что это не видно с тобой. Я вернусь,